очень скоро в нашем городке состоится настоящее родео. Все желающие получат возможность потренироваться накидывать лассо. Бибип, ты когда-нибудь катался на паровозе? Нет, но думаю, это очень интересно. Бибип, я побывал во многих местах, но лучше нашего городка ничего не встретил. Я тоже, Тоби. Надеюсь, ты сможешь сделать все, что тебе нужно. Спасибо, Тоби. Конечно, если вы мне поможете. Ну, дружище, куда мы поедем теперь? Золотая река, мы едем к тебе! Добрый день! Добрый день, малыш! Не мешай мне! Я ищу золото! Ух ты! А в этой реке есть золото? Что ты сказал? Давно ли я был на плато? Я здесь очень долго работаю, мне некогда ездить по разным плато. У меня такое чувство, что он совершенно ничего не услышал. Интересно. Ну, здесь замечательные жители. И снова ничего не попалось. Ну, это не золото. Да, что у нас здесь есть? Не крупинки золота. А вы уже долго ищете золото в этой реке? Не могу ли я откопать золото с лопатой в руке? О чем ты говоришь, малыш? Клянусь собственными колесами. Нет, так я и думал. Интересно. Ну, снова не то. Так, что у нас здесь есть? Ни крупинки золота. Прошу прощения, не могли бы вы сказать, как вас зовут? У меня сейчас одна любимая игра – поиск золота. Ну, это не золото. Клянусь собственными колесами. Вы уже нашли в этой реке золото? Ты хочешь знать, нашел ли я золото? Прости, малыш, но я думаю, удача от меня отвернулась. Мне все еще нужно найти сочинение по истории «Портфельчик и Пеппа». А вы уже долго ищете золото в этой реке? Хочешь знать, мою ли я полотно в реке? Нет, по-моему, нет. Я лишь ищу золото с помощью специальной тарелки. Вот так, малыш. Итак, мы едем к старой шахте. Итак, перед нами чемпион мира, покоритель пустынь.